Подкрадываемся, аккуратненько подкрадываемся к боевому самбо. Как вы обратили внимание, что регламент соревнования устроен так, что сначала борются мужчины, потом женщины, и затем боевое самбо вновь мужчины. Вот сейчас весовая категория до 62 килограмм. О, я прошу прощения, совсем заболтался тут с вами. Весовая категория до 82 килограмм. Непростая встреча. Очень непростая встреча. В красной форме. В красной форме выходит Димитров Рассен из Болгарии. Это уже легендарная личность. Димитров Рассен. Много там, если не изменяет память, 4 раза выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы. В этом году он все-таки в финале чемпионата Европы уступил российскому спортсмену Керимову и завоевал только лишь серебряную медаль. Но это действительно реальный, мощный 4-кратный чемпион мира, который может выиграть это звание и в 5-й раз. Низменглинский Али из Туркменистана, Алаи, прошу прощения. Низменглинский, я прошу прощения, немножечко некорректно вас произнесу. Ой, посмотрите, какой бросок через голову с посадом в голень. Бедро. 2 балла оценивает судья. Арбитр Николай Малышев из Москвы оценивает 2 балла этот бросок. К нему присоединяется вся тройка. Что тут скажешь? Посмотрите, какой замечательный бросок через грудь. И также в 2 балла оценивает вся бригада судей. Вот это динамика, вот это и есть боевой самбо. Это динамика. Счет здесь не может быть футбольным. В боевом самбо счет только хоккейный. Ну и напоминаю, что по последнему движению теперь встречу ведет именно болгарский спортсмен. Он в красной форме. Призерами в этой весовой категории стали Иванов Алексей из России. Ему не удалось все-таки обойти. Я смотрю сейчас протоколы. Именно Димитрова Рассена из Болгарии все-таки не удалось. Да, это большая глыба. Все течет, все изменяется. Я надеюсь, он будет тренироваться и прогрессировать. И профессор также спортсмен из Латвии Чернавский со Владиславом. За выход из-за ковер. Бал зарабатывает Димитров и становится счет 3-2. Смотрите, еще чуть было через бедро не бросил Димитров. Еще одна попытка была. Посмотрите. Второе предупреждение объявляется Низменглиевой. И еще становится 5-2. Зацеп голенью. Отличный зацеп голенью. 2 балла и тут же переходит в связке, в комбинации на удержание. Не выпускает из партера Димитров. Молодец. Это показывает его высокий класс. Он действительно неоднократный чемпион мира. После зацепа Гольнин тут же переходит на удержание. И, видимо, завершит его до логической точки. Заработает еще очередные свои 4 балла. Одиннадцать два. Конечно же, счет хоккейный. 11-2.
Посмотрите, еще один прекрасный бросок через грудь. Еще 2 балла зарабатывает Димитров. 13-2. Еще балл, и будет победа с явным преимуществом. А бороться остается еще 2 минуты 59 секунд. То есть 3 минуты еще биться. А Димитрову для чистой победы нужен всего лишь 1 балл. Он подтверждает свой действительно высокий класс. Он не зря в финале уже не в первый раз. Он действительно лучший в этой весовой категории уже на протяжении многих лет. Что ж, за пассивную защиту, вот вы сейчас видите, как в партере атаковал Димитров. За пассивную защиту объявляется 3-е предупреждение спортсмену в красной форме Незменглиеву из Туркменистана. И победу, чистую победу одерживает Димитров Росен, Болгария. Надо сказать, очередную победу. Zašto te nema, zašto ne dolaziš, ko kakva bolest, iz glave ne izlaziš, duge mi noći bez sna, duge ko godina. I svaka bora od tebe poklonjena, i noćna mora od tebe zaražena, jedino što imam sad su suze i glad za tobom. Još jednom dođi, manje da boli, idi miran život rodi, pomozi kukavici da umre muški i starcu da se opet rodi. Da manje od života boli. Turbo Folk Leti. Sve drugare izgubio ne bih, da najboljeg ne vide u tebi, da su bar drugovi kraj mene postali. Svaka zora kao da ne sviće, crnja i gora od kraja tužne priče, jedino što imam sad su suze i glad za tobom. Još jedan